Груфанов Ганс. Нету. Ну, начинаем играть. Что нету? Так. Я название делаю. Подожди. Так, надо звук потише сделать. Я как не модер. И сообщение отправляется. Я знаю. Ссылки отключил. Ссылки отключил. What the fuck? Обычно пишет, а ссылки не кидаются. Не знаю, ссылки ничего не делают. Где мне модером? Как? Да не, это три... Давай я лучше сам ссылку отправлю. Бля, ты сильно долго. Ладно, по... Давай, модер, чтоб я ссылки уже... скопировал всякую. Сейчас я просто зайду в YouTube и все. Подожди, стой. Зайди в Viber. Зачем? Зайди, я тебе сейчас скину ссылку, и ты будешь это отправлять. Зачем ее скидывать, смотри, если я ее сейчас могу скопировать? Ты дебил? Подожди, смотри. Я другое скину. Зайди в Viber. Хорошо. Вот это вот скопирую, вот это все. Что? Тогда скопировать, да? Все, вот это вот. Зачем копировать, если я сам мог ссылку, блин? Так ты объясни, я там объясни мне, что за канал. Вот это мой второй канал, и на него надо полностью переходить с этого канала. Я на нем теперь буду снимать. Так никто не смотрит. Так и что? Копирую ссылку сейчас. А, не с того аккаунта. Один смотрит. Это я. Да, я знаю, что ты смотришь. Ты кинул ссылку эту? Сообщение. Сейчас буду кидать, я просто не на тот аккаунт. Ты шуршит все. Не знаю, потому что я пальцем. Так ты только одну ссылку скинул без слов. Я еще со словами, я уже вышел. Ладно. Так вот тут уже я тебе лайк скинул. Скопировал ты ее? Ну да. Так тут одна ссылка только без объяснения. Объяснения там, еще там не было. Новый канал. А? Ты просто скопировал ссылку канала и все. Видео. Напиши просто это новый канал, переходите туда. Сам. Да в жопу я буду, блин, писать. Я думаю, Бог сам уже это написал. Ну, я уже ушел. Я буду сходить. В смысле, вот, геморроиться и делать, если я тебе скину ссылку, то мог я так скопировать. Да там не было слов вообще, там одна была только ссылка и все. И видео, ссылка на видео и все. Драк там со словами у меня было скопировать. Там не было слов у меня. Вот. Не знаю, мне выходит, что это было. Не видео само.
Да я видео. Помню. А ты на видео только нажал. Все. А, все. Ладно. А. Подожди, подожди, ничего не делать. Что, у меня видео закончилось? Стрим идет. О, будто стрим. Все такие баги, блядь, бывают. Я понял. Блядь. Только я не понимаю, что название, что я вроде писал, смотрите, типа. Fun Ones. Куда будем идти на АВП? Ну, на рукопашный бой можно. Я зашел на рандом. Просто на рандом. Перезакачивать. Ну что это за фигня? А, дай. Может, интернет опять забыл? Ну, в ножах так не лагает вроде. А, это, наверное, так с первого раза что зашло. Убей меня, пожалуйста. Убей, чел, убей. Грохни меня. Наконец-то додумалась. О, теперь бьется. Ой, что я надо. Что это, да? Ага, вот. Обновление. Обновление? А чего я тогда играю? Тут много челиков еще играют. Бля, я покажу. Офигеть. Не, стоп, наоборот. Я удалю сначала. В смысле, реально обнова, да? Да. Че я? Ну я играю странно. А когда была обнова, там число написано. Номера. Ну, это вчера было обнова. А я сегодня и утром играл. Может, у меня оно само обновилось? У меня уже такое просто второй раз. И здесь написано, что добавили. Обвесы на UMP 45 и АК-74. Изменения на Марсе. Баг, фиксы, новые баги. Из-за этого ничего мне начало лагать. А. Сейчас вот. А по звонок. Короче, баги по фикселей какие-то. И новые баги какие-то. Вау. И все? Ты дома пишет? Не, ищи. Это же типа баги просто по фикселей, все, там ничего не добавили. Нет. Ладно. Короче, с этого стрима.